Ускоренное вступление в Евросоюз в обмен на обещание остановить потоки беженцев в Европу. Ангела Меркель провела воскресенье в Стамбуле в переговорах с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу. Турция уже более 10 лет пытается вести переговоры с Брюсселем о вариантах присоединения к ЕС, однако последние годы проект считался практически мертвым. Теперь немецкий канцлер пообещал его реанимировать, уже в следующем году начать выдавать турецким гражданам шенгенские визы по упрощенной процедуре и начать финансировать содержание сирийских беженцев на территории Турции. Конечно, у нас есть ответное ожидание. Это соглашение по мигрантам между Турцией и ЕС, которое должно включать в себя процесс реадмиссии, возвращение мигрантов, которые нелегально проникли на территорию Евросоюза. Мы готовы бороться с нелегальной миграцией, с контрабандистами, эксплуатирующими несчастных людей. Турция готова к любого рода кооперации в этом вопросе. Предварительные условия такого рода помощи со стороны Турции были согласованы на минувшей неделе в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе. На самом деле я не думаю, что будут какие-то серьезные шаги по сближению Турции и Европы, потому что Европа по-прежнему считает, что кризис можно разрешить, просто дав Турции 5 миллиардов долларов или 3 миллиарда евро. Кажется, миграционный кризис способствовал сближению Турции и Германии. Последние годы отношения стран были скорее прохладными, но, возможно, визит Меркель станет отправной точкой новой эры кооперации государств. Bora Bayraktar, Euronews, Istanbul.